Ну а сейчас мы с вами станем свидетелями того, как великий вождь и учитель плосковеров Рона Руна нагло врет. Это именно намеренная ложь, так как ничем иным это просто нельзя объяснить. Смотрим. Окей. А эта часть ролика – ответ пилота со светящимися шариками. Плоскоземелье, который якобы утверждал в комментах к одному из его роликов, что можно не увидеть основание стены, опустившись на уровне пола уже буквально через несколько десятков сантиметров. И чел решил, так сказать, наказать плоскозема, продемонстрировав объекты с расстояния в 35 метров в ангаре с абсолютно ровным полом. Камера айфона будет расположена на уровне 1 сантиметра от поверхности. I decided to take that a step further and do some more extensive testing in a large hangar, which has a perfectly flat level floor. And using objects more than 30 yards away, I was still able to see them clearly with my eye as close as possible to the ground as I could get it. And I also made video of these objects. And then I used this small torch, which is less than 1 centimeter off the ground. And I used this iPhone oriented so that the lens was as close to the ground as possible from 35 yards away, that's basically 35 meters away. And I could see the objects and the light perfectly clearly across this flat surface. Now, in my video, I did say it was 1 centimeter off the floor. To be precise, it's about 1.2 centimeters, okay? So, thing is, guys, if you want to come to my channel, post accurate information, don't tell lies. So there's no reflections. Let's walk out to 30 meters and then put the camera on the ground and see if it disappears. Now this is a hangar floor which is perfectly flat. So I'm now about 35 meters. And let's just drop that lens all the way to the ground. И как мы видим, у него это почти получилось. Почти. Свет фонарика за 35 метров мы по-прежнему видим. А вот щель под дверью, которая четко была видна с высоты его роста. С высоты в 1 сантиметр уже не видна. Кстати, он этот ролик удалил со своего канала. Этот ролик я нашел на канале Плоскозема, который приготовил его в качестве подтверждения работы законов перспективы, даже на таких малых расстояниях. Пилот в комментариях попросил удалить его этот ролик, но Плоскозем остался непреклонным, что и позволило нам сейчас его увидеть. Цитата. Пилот удалил этот ролик. Отлично, идем на канал этого пилота и находим этот ролик в открытом доступе. Цитата. Он его нашел на канале Плоскозема. Уж не про этого ли Плоскозема идет речь, комментарий которого закрепил сам пилот на ролике, который, по словам Аруны, пилот удалил. Переходим на ролик из этого закрепленного коммента Плоскозема и видим, что ролик недоступен. Каким же нужно быть подлецом, чтобы полностью переврать всю эту историю и рассказать ее в выгодном для себя ключе? Ведь этот непорядочный человек Рона Руна был уверен, что ни один плосковер не полезет перепроверять его слова. Он был уверен, что они поверят в эту историю без всяких вопросов. И еще потом долгое время будут рассказывать в комментариях легенду о том, как мерзкого лживого пилота осадил плоскоземельный герой. И эта легенда жива среди плосковеров и по сей день. Они до сих пор ссылаются на эту подлую, лживую историю. Плосковеры, если вы не поняли, пилот никуда не убирал ролик со своего канала. Ролик убрал как раз таки пристыженный плоскозем, потому что пилот снял дополнительный ролик, в котором объяснил, почему эта щель скрылась, а также он еще раз провел этот эксперимент и доказал, что утверждение о том, что какой-то там закон перспективы скроет низ предмета на абсолютно ровной поверхности, полнейшая чушь. Сперва смотрим объяснение насчет щели. See, it's sloped down. There's a ridge there, and then it slopes down. Definite drop.
see that? It drops. В общем, эта щель находится ниже уровня пола, и поэтому нет ничего удивительного в том, что опустив камеру слишком низко, она скрывается полом. Я даже зарисовал это, вдруг кому-то до сих пор непонятно. Надеюсь, так будет понятно всем. А теперь слушаем вот это. The person who produced the attempted debunking video, when I showed him this video, he was quite decent and genuine, and he immediately recognized that he had made a mistake, and he apologized, and he deleted his video. Но по версии Рона Аруны, пилот умолял того разоблачителя удалить его разоблачение. Плосковер, вы вообще осознаете масштаб вранья? Полностью извратить весь эпизод специально для того, чтобы вызвать у вас приступ радости и гордости за своего единомышленника, и заодно выставить всех шароверов трусами и лжецами, которые боятся разоблачений и умоляют их удалить. Рон Аруна, если ты это смотришь, знай, ты просто чудовище, серьезно. На абсолютно ровном полу, 40 метров, объекты, разумеется, полностью видны. Видно самое основание вот этой банки, серебряную полоску. Ну а как может быть иначе, если между наблюдателем и объектом нет ничего, что могло бы заблокировать обзор? Плосковеры, вас обманули. Перспектива не может на ровной поверхности обрезать низ объекта. Это вранье. Лапшу с ушей пора снимать.